Всем привет, народ! Вы на канале Миабабки. Сегодня хочу поговорить о классном проекте, на котором можно заработать 75% за день. Происходит это в трех разных тарифных планах и три раза в день. Все детально расскажу, но сразу хочу предупредить всех о рисках в инвестициях. Риски всегда присутствуют. Я никогда никого ни к чему не принуждаю. Рассказываю, куда лично инвестирую, где зарабатываю. А входить в проект или нет, решение принимаете вы сами. Также же напоминаю о конкурсе на моем канале на 1000 рублей. Ссылочка на конкурс в описании. Говорю я о проекте «Быстро профит». Очень классный проект, мне он очень понравился. Работает он уже 18 дней, только задумайтесь. Люди работают 18 дней с тарифом 125% за 1 час. Как это все работает? Работает это рестартом. Что это значит, я вам расскажу чуть-чуть попозже, но сейчас мы посмотрим на статистику. Про инвесторов в этом проекте 775 человек. Принято средств у нас 950 тысяч и выплачено 853 тысячи. На главной странице мы видим, да, есть русский язык и английский язык. Для людей, которые пришли из-за границы, более подойдет английский язык. Есть часто задаваемые вопросы о нас, правила проекта. Желательно зайти в правила проекта и их прочитать. Почему? Потому что здесь администрация объясняет, что есть люди, которые заработают в этом проекте, и есть люди, которые деньги могут потерять. Это пункт 6.1.6.2. Здесь желательно прочитать все полностью. Вы поймете, что администрация предупреждает людей, что 65%, 70% заработают в этом проекте. Все остальные проценты, то есть от 35 до 30% будут в проигрыше. И это их людей предупреждает. И это очень классно. То есть мне это очень нравится. Здесь идет тарифный план 8 часов. Почему 8? Это тоже мы немножко отложим подальше, потому что есть в описании у нас. Я вам чуть-чуть дальше это расскажу. И также берется 10% суммы от инвестиций администрации. Это идет зарплата администрации, то есть содержание сайта и тому подобные вознаграждения. Да? То есть вы должны это тоже понимать. 90% от всей кассы мы будем зарабатывать. То есть 90% распределяется и 65-70% людей, которые зашли в первую очередь, начнут зарабатывать и заработают. Почему именно 65-70%? Потому что все действует по принципу пирамиды. И по принципу пирамиды самые первые, которые проинвестировали в проект, заработают. Все, которые зашли в конце, то есть на верхушке пирамиды, они будут в минусе. И мы видим, да, в панели «О нас» на главной странице написано, что есть три варианта инвестиций. Три варианта инвестиций – это три раза в день стартует проект. Делается рестарт, и постоянно он живет именно этими рестартами. Как это вообще происходит? Первый старт у нас происходит в 5 часов по Москве. Время пишется здесь московское. То есть, если вы живете в Украине, то желательно отнять час, и вы поймете, что, например, первый час пойдет инвестиции в 4 часа по украинскому времени, и в 12 часов он закончится. Как желательно инвестировать в этот проект? Инвестировать надо после конца инвестиций. То есть, например, если вы хотите проинвестировать и у вас, например, на часах сейчас 14 часов, желательно подождать 21 часа по Москве для того, чтобы проинвестировать. Почему? Потому что в первую очередь надо инвестировать в конце срока для того, чтобы начать зарабатывать. Если вы будете инвестировать, например, тогда, когда вы пришли, вы можете попасть в ту петлю, когда будет уже конец проекта и вы проиграете. То есть вы не заработаете. А если вы будете инвестировать именно в первые 5 минут, 5-10 минут от конца инвестиций, то есть, например, это 13 по Москве, 21 по Москве и 5 часов ровно, да, то есть по Москве, то вы заработаете с процентом 99,9%. То есть, если вы проинвестируете первые ряды, вы заработаете это 100%. Да, есть риски, я сразу это тоже упомянул, что риски присутствуют, вы должны все это понимать. Риски всегда были, всегда будут, и вы можете потерять деньги. Но если вы инвестируете в
эти промежутки, то есть ровно в 13, ровно в 21 и ровно в 5, желательно не раньше, потому что деньги могут пойти в этот круг, то есть предыдущий, а желательно подождать ровно 13, либо же 13-10 секунд отсчитаться, да, и начать инвестировать. Также 21 и 21-10 секунд там отчитать. И тогда все будет хорошо, и вы будете зарабатывать, и вы можете заработать 75%. То есть за один круг вы будете зарабатывать 25% к чистой прибыли от вашей инвестиции, что очень важно. Также мы видим, что администрация пишет, желательно прочитать правила пункт 6.1.6.2, то есть это тоже очень круто. То есть администрация всеми способами пытается вас заставить прочитать правила, и я это считаю правильным, да. Также есть реферальная программа, она здесь 5%, что небольшая и не маленькая, то есть тоже не стабильно, нормальный заработок для людей, которые умеют приглашать, то вы будете зарабатывать еще с партнерской программы 5%. Деньги здесь выводятся автоматически, они сами вам приходят на ваш счет, что очень классно. Регистрация здесь тоже обычная, вы вводите логин, email, пароль, вводите свой паракошелек, соглашаетесь с правилами и регистрируйтесь. Мы видим, здесь есть три тарифных плана. Первый тарифный план — инвестиции 125% за 1 час. Почему именно за 1 час? То есть вы инвестируете ровно 1 час. Например, вы проинвестировали в 20 часов. В 21 час инвестиция заканчивается. То есть вы должны понимать, что за час идет распределение средств. Ну, как вы видите, доступ старта проекта, то есть 5 часов. Это вот сейчас можно инвестировать и 5 часов до конца инвестиции. Но я советую инвестировать желательно в начале, то есть в конце прошлой инвестиции и в начале следующей. Это даст вам больше шансов на то, что вы вытянете как можно больше денег и не проиграете. Второй тарифный план у нас 122%, 122,5% за 1 час. Также же инвестиция минимальная уже от 501 рубля, максимальная 2500 рублей. Ну, распределение, да, один раз в час. То есть они везде здесь одинаковые. И третий тарифный план 120% за 1 час. Общая доходность 120%. И минимальная сумма вклада здесь уже 2500 рублей, точнее 2501 рубль, если быть точным. И максимальная сумма вклада у нас 10 тысяч рублей. Почему 10 тысяч? Ну, я так думаю, чтобы не заложили проект, то есть не закидали его и он не лег в первые секунды, так скажем. Да? То есть люди, которые инвестируют, они понимают, что можно тут заработать очень колоссально большие деньги и можно так завалить этот проект, что он ляжет. А из-за этого сделали минимальную сумму, максимальную сумму небольшой, для того, чтобы проект жил и рестартовался каждый день и хорошо зарабатывал. И администрация, и мы, которые знаем, когда надо инвестировать и зарабатывать. Также вы видите преимущества проекта и новые вклады. То есть мы видим, да, люди вот заходят 300, 400 рублей, по 100, по 500, ну, потихонечку, помаленечку зарабатывают. И мы видим новые выплаты, да, 15 рублей, это реферальные, я так вижу, начисления. Также видите 172 рубля, 160, 125, то есть люди зарабатывают, не газуя, потихоньку инвестируя. Для людей, которые уже зарегистрировались, мы заходим в кабинет. И желательно сделать так, чтобы проинвестировать в проект в первые минуты, точнее в первую минуту, вам нужно просто зайти в панель «Пополнить» до того, как вы, да, пришло время инвестиций. И просто указать уже все, чтобы вы спокойно, быстренько, там, например, 100 рублей, да, вы будете инвестировать, выбрать тарифный план и нажать «Пополнить». И все, оно автоматически вы быстро-быстро подтвердите и, ну, будете терять меньше времени. Во всяком случае, я это буду делать сегодня в 21:00 по Москве. В украинском времени это 20 часов. Но суть в том, что я здесь хочу заработать. Завтра я запишу видео о том, заработал ли я в этом проекте или нет. Покажу, как это все работает, да, то есть выплатилось мне, либо не выплатилось. Но я знаю, что этот проект платит. Это 100% проект платит, потому что я знаю, меня друг сюда пригласил. И он говорит, что проект платит, можешь не волноваться, просто заходи в
такие-то промежутки, чтобы не потерять средства. То есть я тоже вам советую заходить в такие промежутки, то есть в конце каждого цикла и в начале нового цикла, желательно в самые первые минуты. Партнерскую программу вы можете найти, партнерскую ссылку в партнерам. Заходим сюда, и здесь мы копируем вот эту ссылку, рассылаем знакомым, либо же распространяем в интернете и зарабатываем по 5% реферальной программы чисто на халяве. Выплаты приходят автоматически, но если вам, например, не пришла выплата, то значит вы просто не попали в эти 65-70% людей, то есть вы зашли поздно. И желательно сделать просто тупо на следующий день, да, там, либо же на следующий круг реинвест, но сделать его раньше. То есть не тупим, инвестируем только в начале следующего цикла, либо же в конце прошлого. То есть это одно и то же. Потому ссылочку на проект я оставляю внизу в описании. Кому этот проект понравился и он хочет заработать 75% чистой прибыли за 24 часа, вы можете здесь заработать. Не забываем о рисках в инвестициях. Хочу сказать всем спасибо за просмотр и всем пока.